Обед 25 мая 2023 года. До обеда еще 5 минут. Попрошу сейчас, чтобы пустили заснять. Это вот зал, который на улице. Ну, начнем с гриля. Здесь бар, отсюда официанты приносят алкоголь. Привет. Здесь гриль. Котлетки, жареная рыба. Кофе, чай, автомат. Чай очень хороший, даже не крепкий, вкус. Так, детский ресторан. Я его не буду снимать. С этого входа начинаются сладости. Тоже различные. Ну, пробовали, вкусные. Много внимания мы не уделяем. Вечером бывают торты ставят, а сейчас в основном пироженки. Так, холодильник, кефир, шоколад, фруктовое молоко. Молоко, детское питание, йогурт, хлеб, булочки. На разный вкус. Дальше фрукты. Яблоки, груши, абрикос. Апельсин, нектаринка. Здесь дыня, арбуз. Спецсалаты. Здесь на, по вашей просьбе могут любой нарезать. Здесь макаронные изделия с различными соусами. Пока еще не выставлены, потому что я зашел рано. Основные столы. Так, это у нас макаронные изделия. Перцы фаршированные. Фрикадельки с соусом. Так, еще раз прочитаем. Фрикадельки с соусом карри написано. Правильно. Фрикадельки по-измерски. Картофельное пюре. Говядина. Китайский стиль. Рис. Поворачиваем. С этой стороны рис. Говядина китайский стиль. То есть пока повторяется. Рагу из зеленой фасоли.
запеченный картофель. Запеченные кабачки. Рыба на пару. Цветная капуста. Здесь у нас говядина в горшочке. Вот, три горшочка. Здесь лепешка, хлеб, лаваш. Турецкая лепешка с баклажаном. Пиде с фаршем. Турецкая лепешка с сыром. Здесь соусы. Соус татар, сладкий соус, соус барбекю. Хрустящая курица. Сате из курицы. Жареная рыба. Жареная рыба. Курица нарезка. Так, перешли сюда, здесь овощной в основном, читать все очень долго, и рыба в тесте, и курица холодная, и сыры. Различные салаты. Различные соусы, гранатовый, кислый, оливковое масло, перчик, капуста, морковка, помидоры, оливки, зелень, лук, сыр, фасоль. С этой стороны набор оливки. Косточкой, без косточки нарезанная квашеная капуста, соленый перец, соленый помидор, соленый огурец, свекла, морковь. За обедом официанты разносят напитки, алкогольные, безалкогольные. Есть вино, ракы, виски, бренди, сок. Сок натуральный, не очень сладкий. По обеду, пожалуй, все. За 5 дней пребывания нашего 3 раза была клубника. Сейчас вот второй день нету ее. Очередей никогда не бывает. Столы тоже всегда свободные. Но мы приходим обычно ближе к открытию уже. Обед и ужин. Но никогда не замечали, чтобы люди стояли и ждали стол, когда освободится. Это очень интересно.
пробежал мимо супа. Суп всегда два вида. Суп булгур и чечевица. Суп куриный. Мы пообедали. С начала обеда прошло 45 минут. Покажем, что осталось. Сколько людей. Есть ли очереди. Очередей нет. Вся пища на месте. Столы свободные тоже есть. И на улице, и внутри.